Вам следует соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, избегать массового скопления людей, находиться дома. Сотрудник колл-центра Арина Михеева отвечает на звонок прибывшего из-за границы нижегородца. Именно такие люди обращаются на горячую линию чаще других. Оператор помогает сориентироваться, что же делать дальше, а также собирает информацию о каждом обратившемся. Мы формируем базу со всеми звонками, которые в течение суток нам поступают с 8 до 8. Потом эта база передается сотруднику медицины катастроф, который обзванивает медицинские учреждения, к которым территориально относятся эти люди. Консультируют и собирают информацию около 20 сотрудников колл-центра, врачи, а также студенты ПИМУ и Нижегородского медицинского колледжа. Линия стала многоканальной только в марте из-за эпидемии коронавируса. Если за прошлый год в колл-центр обратилось около 9500 человек, то теперь только за 12 часов около 500 нижегородцев. Специалисты помогают в решении и социальных вопросов. Рекомендовано лицам пожилого возраста оставаться на месте, чтобы не быть, не в зону риска входит. Как мне, кто мне доставит продукты питания, лекарства бесплатные. У нас тогда наш сотрудник горячей линии связывается с дежурным по Министерству социальной политики, передает ему эту информацию, и эта информация уходит уже в работу социальных органов соцзащиты. Приезд из-за рубежа, выдача листка нетрудоспособности и многое другое. Для ответа на каждый вопрос у операторов свой алгоритм. При необходимости специалист и готовят ответы на все новые вопросы об эпидемии коронавируса и просят нижегородцев своевременно сообщать о своем приезде в Россию. Подумайте о себе, кто прибыл из-за неблагополучных стран. Обратитесь в первый же день, если даже вы приехали через Москву или на машине, обратитесь в первый же день на горячую линию. Вам подскажут, как и что делать. Перейдите на жесткий режим самоизоляции. Вот теперь уже подумайте не только о себе, а подумайте о своих близких, о соседях, друзьях. Сообщить о возвращении из-за границы или обратиться за консультацией можно по телефонам 250-94-03 или 8-910-397-41-28. После приезда на родину все нижегородцы обязаны пройти двухнедельную изоляцию. За нарушение карантина теперь грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Всех остальных врачи просят соблюдать общие правила гигиены: бесконтактное приветствие, регулярная уборка, проветривание и мытье рук. Врачи просят не трогать лицо руками, протирать наушники и сотовые телефоны, избегать скопления людей и, конечно, сохранять спокойствие. Екатерина Васильева, Владимир Гайдай, время новостей.